В шестую неделю Великого Поста православные христиане отпраздновали один из двунадесятных праздников – вход Господень в Иерусалим. В этот день во всех храмах Ульяновской области прошли церковные службы. Интересно, что праздник имеет несколько наименований. В богословской литературе чаще всего употребляется уже приведенное нами название «вход Господень в Иерусалим», так как в этой фразе отражена сама суть празднуемого события. Однако в богослужебных книгах используются и другие обозначения данного события. В Типиконе Триоде праздник преимущественно называется «неделя Вай» в соответствии с греческим словом, обозначающим молодые ветви финиковых пальм. В богослужебном Евангелии употребляется иное название – «цветоносная неделя». А в обиходе мы чаще всего это воскресенье называем вербным, и на службу в храм для освящения приносим не пальмовые ветви, а веточки вербы. В честь праздника митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил божественную литургию в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска. Владыка поздравил прихожан и напомнил, что начинается Страстная Седмица. Предстоящая неделя или по-славянски Седмица – самая особая в году, в течение всего церковного года. И так же, как вот батюшка вам говорил на проповеди, я хотел бы повторить, призвать вас к тому, чтобы по возможности как можно чаще в эти дни приходить в храм. По завершении литургии состоялся крестный ход, совершено освящение вербы и калива. Вербное воскресенье встречали в Свято-Троицком кафедральном соборе Барыша. В руках у прихожан не только ветки вербы, но и пальмы. Ведь именно с пальмовыми ветвями встречали люди Иисуса в Иерусалиме. Вербное воскресенье отличается от всех богослужений своей красотой. Вначале епископ Филарет с молитвой осветил вербу, а потом окропил святой водой и принесенные букеты прихожан. Этот момент стал особенным. В храме как будто вырос настоящий вербно-пальмовый лес. По завершении литургии люди еще долго не уходили из храма. Впереди у православных неделя сугубых поста и молитв. Страстная Седмица увенчается светлым праздником Пасхи Христовой. Ирина Антонова, Дмитрий Гурин, Улправда ТВ.